Через 3 месяца вы все уйдете на фронт. И будете командовать людьми старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Фашистские полчища рвутся к Москве. Вы должны немедленно выдвинуться на Ильинский рубеж. Сегодня настал наш черед. Мы должны выстоять. Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Стоять им придется дольше, чем мы рассчитывали. Только дней стоим без дела здесь. Во второй линии мы лучшие батареи в училище. Вот именно поэтому. Если первая линия дрогнет, ваша батарея Лёшкин, мой последний резерв.